Велосипед Nordway. Давайте посмотрим, что с ним не так. Во-первых, у нас колесо неправильно заспецовано. Вот такой вот у нас зонт, оно стоит неровно в раме. Плюс у нас что-то тут проблемы какие-то с эксцентриком. И сама втулка у нас разбита. Она вот так вот болтается. То есть нужно перебирать втулку и сделать здесь все нормально. И зонт выровнять. Резина спущена. И покрышка стерта. Желательно поменять покрышку. Передний тормоз не настроен. Надо полностью его настраивать. Смотреть, что с ним не так. Дальше. Вот ручки на руле стоят очень высоко вверх. Вообще желательно их поставить, чтобы они смотрели вниз. Потому что так неудобно кататься. Все рубашки и тросики у нас здесь заломаны. Нужно менять. Или хотя бы подрезать концы рубашек и тросиков. Дальше. Самое главное у нас каретка. У нас вот здесь вот все вот так вот видно, да? Все у нас болтается. То есть каретка идет под замену. Нужно менять вот эти подшипники, которые внутри рамы. Потому что они у нас болтаются. Здесь у нас стоит впереди новая звездочка, цепь новая и новая кассета. То есть вся трансмиссия полностью новая. То есть все самое дорогое здесь у нас заменено. Звезды. Нет, к сожалению, шатуны тоже надо менять. Вот эта вот звезда, на которой все время ездили, она полностью стерта, зубья острые. То есть шатуны идут под замену вместе с кареткой. А цепь и задняя звезда остаются в хорошем состоянии. Дальше переключатель очень много раз падал. Были сильные удары. Пока вот так вот она работает, но монетка не работает. То есть здесь что-то не то. Возможно, она сломана. Надо будет посмотреть. Попробовать настроить. Дальше заднее колесо. Опять же, у нас неровно стоит в раме. Возможно, какие-то проблемы со втулкой. Да, немножечко люфт есть. Нужно посмотреть, что со втулкой. Возможно, перебрать. Задняя покрышка тоже полностью лысая. Почему это плохо? Потому что протектора нет. Возможно, больше вероятность прокола. То есть, когда на покрышке есть протектор, у вас иголка, стекло не пробивают резину насквозь. А когда резина лысая, то любой острый предмет он протыкает и у вас спускает камеру. Задний тормоз не настроен. Колодки сжаты. И вот так вот у нас тут по заднему тормозу все печально. То есть здесь требуется настройка тормозов, настройка переключателей, переборка обоих втулок, протяжка. И вот переднее и заднее колесо. На заднем колесе, сейчас мы еще посмотрим, восьмерка. Да, есть восьмерка небольшая, тоже надо поправить. В принципе, объем работ небольшой, но вот по мелочи набежит здесь тоже какая-то сумма денег. Я позже расскажу все подробно. Плюс интересно, у нас стоит крыло. Непонятно. Просто вот стоит крыло, никак не прикручено. Вот здесь вот. Вот такой вот обзорчик.